Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Volkswagen Touareg. Небольшой ремонт заднего крыла. Итак, при ремонте буду использовать поттер, но сначала разбираем. Итак, заднее крыло разобрано, и первым делом я выталкиваю основные большие вмятины. Итак, форму крыла я сделал, примерил фонарь, зазор нормальный. Теперь приступаю к работе со споттером. Защищаю поврежденное место от краски. Итак, работы с металлом я закончил. Покрываю голый металл грунтом и устанавливаю фонарь с бампером. Вот и все. На эту работу ушло 7 часов. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!